Приветствую! Вы на канале Звездный Социум. Актер Михаил Ефремов оскандалился по-крупному, попав в ДТП со смертельным исходом. По его вине погиб человек. В анализах артиста помимо алкоголя были найдены следы наркотических веществ. Совокупность отягчающих обстоятельств дает нам понять, что Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Актер уже был вызван на суд, где ему официально избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Артист не имеет права пользоваться интернетом, телефонная связь доступна только для того, чтобы в случае надобности позвонить в службу спасения или адвокату. Защитник подсудимого Елизавета Шаргородская в суде перечислила все звания, регалии Михаила Олеговича, акцентировала внимание на том, что он многодетный отец. Выступила против домашнего ареста, но ее прошение отклонили. Стали известны новые скандальные подробности. В СМИ сообщается, что в машине с Михаилом Ефремовым находилась его коллега, актриса Дарья Белоусова. Последнее время Михаил предположительно проживал вместе с ней. Вопрос, который волнует многих. Сможет ли артист выкрутиться и избежать тюремного срока? Ведь, казалось бы, все ясно, пьяный водитель устроил аварию со смертельным исходом. Как тут выкрутиться? Известный адвокат Леонид Ольшанский ответил на этот вопрос. Во-первых, никто не отменял условно. Второе, за ДТП дают, как правило, не колонию с вышками и автоматами, собаками, а колонию поселения. Это чуть-чуть другое. Живешь в каком-то сельском домике, одежду носишь любую, можешь иметь деньги, часы, любовница может к тебе приехать и так далее. При худшем развитии событий могут дать лет 7. Я думаю, что будет от 5 до 12, но даст судья ему лет 6. Или колония поселения, или условка. Вот так, за смерть человека в нашей стране могут дать, оказывается, и условное. А ведь актер даже не извинился перед семьей погибшего. Возможно, он поможет материально, но вот истинное раскаяние не купишь ни за какие деньги. Ставьте палец вверх, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Будь в социуме!